Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игрушку под названием Empire at Galactic Survival. Да, не прошло и, не знаю, год. Ну, не прошел и год, как я хочу начать заново проходить эту игру. Очень много обновлений поуходило. Последний раз я играл где-то, ну, больше года точно назад. Я играл, у меня еще была Альфа 9.4, 9.5, если я не ошибаюсь. Вот, в игре там, да, разобрался, что к чему, тоже быстро освоился, можно сказать, короче, адаптировался, попроходил много квестов у Таланов и у Полярисов, вот, и, короче, уже вышла 12-я альфа, где очень много изменений в игре подошло, и несколько фракций еще добавилось, короче, решил я попроходить все заново, начать. Плюс еще у нас появилась снова стартовая локация, заснеженная, морозная, ну зато с кислородом. В общем, ну кто не знает, что это за игра, вкратце расскажу, это обычная космо-выживалка, где мы будем выживать на планете, в космосе, где мы там только захотим. Нам необходимо будет питаться, пить, жрать, защищать свою базу, обороняться от пиратов, короче, ну, полноценная выживалочка. Сразу признаюсь, друзья, я сейчас начну играть в роли новичка, потому что за год я реально позабыл, что в игре надо делать, несмотря на то, что даже делал я обзоры на эту игру, помню, последний обзор у меня был Альфа 10, да, где там щиты добавились, это было самое главное нововведение. Ну и всяких там много тоже приколюшек. И после этого все, я больше не играл. И вот уже 12 альфа, надо, блин, разбираться. Поэтому, если что, буду очень рад советам. Потому что я уже, честно, уже много чего забыл. Я уже не помню, как тут развиваться надо, как выживать. В общем, будем потихонечку с этим разбираться. Может быть, вспомню, и все у нас пойдет опять по плану. Значит, настроечки у меня, как обычно, видео все на ультра. Аудио, управление, разная аватарка. Понятно, все окей. Немножко, да, я поиграл. Вот у меня тут, кстати, старое сохранение еще 19 года. Ровно год назад, даже больше, кстати, уже 13 мая 19 года, офигеть. Там, я помню, мы открыли всю звездную систему. А тут в этой альфе уже есть и целая галактика. Короче, жесть. Немножко я поиграл 12-ю, да, я так поверхностно посмотрел. В общем, будем выживать, будем начинать выживать на этой как раз таки новой локации, которая появилась в новой планете, заснеженной. Скажу сразу, там условия дикие, особенно ночью. И постоянно просто бегать с тепла... Какой тепловой пушкой? Тепловентилятор или как там? Ну что ж, давайте, старт игры. Я играю один, поэтому будем одни. Естественно, выживание. Выбираем стартовую локацию, новую. Вот она. То есть смотрим, тип снежная. Сложность планеты легко. Блин, я бы не сказал, что легко. Гравитация 0,66. Небольшая. Температура минимальная, минус 45. Хотя странно, мне вот люди говорили, что на полюсах и до минус 80 доходит. Максимально плюс 12, радиации нет, плотность атмосферы так себе. Содержание кислорода 8%, отлично. Можно дышать, ага. Место рождения, железо, медь, кремний, прометий, золото. Ну все это припоминаю, ну тут еще появилось 12 альфа, у нас новые, эти, как это называют, новые металлы, короче. Металлы, не металлы, не знаю, что там. Чтобы помнить, обзор осмотрел, титан добавился. Что-то еще. Так, ну нужен нам будет в первую очередь прометий найти, чтобы у нас энергия была. Ну блин, это все потом. Метеориты отсутствуют, окей. Размер планеты, среднее зерно, новое. Ну давайте переименуем. Я не знаю, давайте, как обычно, назовем ее. 2020, вот так вот. Зерно, сложность, средняя. А, кстати, да, давайте по сложности. Выберем мы среднее, но... Сразу потребление пищи я поставлю. Не знаю, друзья, посоветуйте. Просто если когда у меня стоял нормально, очень быстро меня истощалось. Короче, голод постоянно меня просто бесил и отвлекал от всего.
Давайте сложно с противников сейчас сделаем пока что легко, потому что даже какие-то там обычные паучки меня убивали на раз-два. Не знаю, ну, я в прошлом выживании то же самое дело. Все остальное ставим как есть. Единственное, что лимит объектов по чертежам тоже включим. Лимит блоков установленных устройств. Это что у нас? А, нет, пускай тоже будет включено. Или нет? Не, ладно, давайте это выключим, не знаю, что такое, короче. Так, обязательно проверку массы объема, да, это нужная вещь, потому что бесконечный инвентарь, но это нафиг нужно. Это несерьезно, короче, ЦПУ точки. Не знаю, что такое. Короче, окей, все, стартуем, да? С классификатором тут, как всегда... О, смотрите, сложность hard, то есть... Где-то не привели, тут они неправильно. Тут написано сложность планеты легко, а тут написано, что сложность тяжело. Тоже непонятно. Так, экипировка basic, старт на поде, да. Ну все, ладно, друзья, конечно, нажимаем кнопочку старт и начинаем. Ну, как обычно, мы на спасательной капсуле летим. Давайте какую-нибудь точечку приземления. Точнее, прилульнение или что это, планета или спутник, хрен его знает. Короче, место посадки сейчас будем убирать. Давайте туда, там речка, что ли, да? Не речка, а озеро. Вон, к озеру. Ой, нет, нет, наоборот. Вон сюда вот, да. Че, 22 градуса пока, да? Хотя место еще рано искать. Во-первых, нам нужно найти место, где ресурсики есть. Да, тут новый способ поиска ресурсов значительно сложнее. Поначалу я не мог разобраться. Вот, сейчас я вам покажу. То есть мы берем детектор руки и начинаем сканировать область. И дальность сканирования на 1200 метров, что ли. Ну давайте тут грохнемся уже, хрен с ним куда-нибудь. Падай давай. Давай, я тут сюда падай. Там пешком дойдем. Ну вот одно интересно, тут задание, сценарий этих полярисов, таланов. Такой же, такие же остались. Давайте-ка проверим. Блин, я уже даже горячие кнопки забыл, какие тут у нас, офигеть. День и ночь, там миссии, все на английском, да? Это понятно, ладно, потом начнем. Но тут все на английском тоже будет. У полярисов мы переводили. Да, переводили. Да, я уже понял, я по наградам вижу, что пиво, эпический бур. Но вот это надо будет обязательно пройти, потому что без пива, то есть без эпического бура я... Блин, ну, мне прикольно играть. Так. Вот такая планета. Вон звезда. Какие-то еще газовые гиганты. Все движется. Да, тут графика, конечно, координата тоже, может сказать, поменялась. Ну, вроде получше все стало. Так вот, обрисовочка. Капсула. Ну-ка, давайте вспомним, что тут есть у нас. Есть аварийный паек. Есть водичка. Вот как раз-таки детектор. Палатка, которая нам необходима, чтобы ночью спать. Потому что морозы тут ночью, ну, просто жесть. Искание руды, берем все с собой. Все, капсула нам в принципе уже не нужна. А теперь давайте первым делом будем искать место, где будем основывать базу. Ну, что мы в шлеме, открывай. Вот. Ух, ну и будка. Так, а давайте пистолет на куда-нибудь, что-то, на девяточку. Мало ли кто-нибудь к нам прибежит. Так, мультитул, точнее инструмент для выживания обязательно на единичку. Так, детектор. Сканер руды у нас обязательно, чтобы был в кармане. Так, и детектор. Тоже в ручке, в принципе, все, да? Ну, давайте, да, еще. А, термовентилятор. Сюда. Конструктор потом. В принципе. Ой, мотоцикл, да, друзья, почему вот уже сколько версий обновления пришло? Ну, блин, хотя бы мотоцикл они нормально сделали, потому что... Ну, это невозможно, это он такой тупой, он такие звуки издает страшные, блин, это жесть. Палатка, ну, потом, в принципе. Все, берем сканер руки, щелк. Нажимаем кнопку мышки и смотрим, что у нас тут светанулось. Ресурс каких-то, вон 800 метров есть. Так, за бортом минус 6.15, да? Давайте по пути какие-нибудь еще тут ягоды собирать. Что тут у нас? Ну, так, а, режим, ресурсный бур. Что тут у нас? Камень, нет, камень у нас потом. А, во-первых, да, растительное волокно тут обязательно будет. Там белок, еще что-нибудь. Снова камень. Вот это что у нас? Травяные листья. Не помню, для чего они нужны. Ну-ка, давайте вводим конструктор. Будьте внимательны, я знаю. Так, растительный белок, овощи. Ага, вот. Значит, нам для энергетического батончика нужен растительный белок. Тихо, тихо, тихо. Стой, уже замерзаешь. Блин, на выступе минус 16. Офигеть. Блин, это ж не такой дикий мороз.
Сейчас согреемся и дальше пойдем. Я уже забыл, куда надо идти, кстати. Ресурс, ага, туда. Замечательно. Берем вентилятор. И пойдем. Так, это что у нас? Травяные листья берем. Камень, гриб, да? Берем. Ну, грибочек. Короче, прямо бежим. Что-то тут не особо. Вот, это что у нас такое? Вот, цветок. Просто цветок. Вот это похоже на... Нет. Растительное волокно вот уже собирать. Это какие-то почки. Тут немножко похоже на растительное волокно. Не знаю, может текстуру поменяли, конечно. Я хрен его знает. Это нам тоже, ну, растительное волокно, не помню, для биотоплива нужно. Потому что... Как-то так. Чего уже я сделал? А, получен второй уровень, да? Тихо. Тут была стрелочка. Точнее, стрелочка, а кнопка взаимодействия. Я опять запутался, куда мне идти. Сюда. Бежали. Слава богу, нам никто не попадается. Так, это что у нас? Яйцо какое-то, что ли? Чего-то взял яйцо. Ну, камень. Так, ну это только один ресурс. И это очень хреновенько. Надеюсь, это будет... Ну, первым делом нам лучше найти железо, а там уже дальше будем плясать от него. Что-то не нравится мне там место. Тут нифига ничего нету. Обнаружили какой-то склад или что-то такое. Да, мне сейчас не до него. Ну, хотя до него, наверное, будем, конечно, там лутать. Мне сейчас надо, чтобы я нашел, где строить базы. Иначе... О, там кто-то был. А, мне показалось. Просто камень. 200 метров осталось. Так, это что у нас? Железо, да, возьмем. Ой-ой-ой, это добыча. Что там у нас? 3 штуки только на... Все у нас все. Офигеть. Да, нам по-любому надо месторождение искать. Еще один склад. Медный залеж, да? Размер малый, приблизительно 100% еще осталось. Ну, какие-то там существа бегают. Блин, медь это тоже хорошо, но мне нужно железо желательно. Что там с картой у нас? Ух, нифига себе тут этих чудес. Империя Зирок, Сталан, Полярис, Мегакор, Пираты, Империя Криел, Торговец, Оследие, Обсос какой-то. Обсос, блин, офигеть. Хотя вот описано опять сложность, блин, это легко. А. Во, температура уже минус 73. Тут сложность тяжело. Итак, ресурсы все-таки у нас есть. Медь, железо, кремний. Промети и золото, да? Отлично. Так, ну это, конечно, не дело. Во-первых, у нас инвентарь тоже не бесконечный. 213 из 600. Ну ладно. Сколько? Минус 4, да? Нормально. Так, медь уже рядом. А что делать-то? Что делать? Ну я не хочу тут. А вон там какие-то точки. О, растительное волокно. Берем. Так, там динозавры что-то слоняются. Опять ты замерз, чувак. Это не закаленный ты. Может пойти в эти склады полазить, что там вообще есть? В какую сторону вообще иду? Я вообще шел туда, медный. Блин, ну это вообще медь. Медь хорошо, но не сейчас. Мы можем медь лучше ко мне подобывать. Сейчас у нас железо там такие пластины делать. Так, а чтобы строить блоки-то, кстати, как? Тут же есть блоки деревянные, бетонные, стальные. Надо, короче, тоже посмотреть, что нам первым делом нужно. Ну, естественно, раз стальные блоки не будем делать, потому что нифига не могу найти железо. Давайте, ладно, склад сгоняем этот.
Блин, принципиально не хочу этот долбанный мотоцикл делать. Что он, блин, реально, о. Так, а ну-ка, ну-ка, есть вот контейнер какие-нибудь. Это все, что ли? Что-то вообще. Можно, конечно, разобрать на ресурсы, но, блин, я буду очень долго делать. Хотя, в принципе, почему бы нет? Пеленавка нужна. Так. Где еще склад? Ага, вон. Офигеть, а много всяких точек, а толку? Я уже жрать немножко хочу. Давайте по пути камни пока. Да, вот это кремний, похоже. Да, кремний. Кремний, сюда иди. Это, правда, симулятор. Так, ну камень нам тоже понадобится. Ну, опять потом. Это все можно поблизости, по месту сделать. О! Еще один какой-то сооружение. В принципе, ничем почти от того, что я нашел до этого, не отличается. Ну что тут? Ну такое только на разборку. Больше не знаю, что с ним еще делать. Новощелк. Телепорт стейшн, нифига себе. Опять одни вот эти руины, короче. Друзья, мне уже вообще не нравится это место. Что-то у нас железо. Да, железом копнем. Что же, полпланеты бежал, я только медь нашел, да? Стимулятор. Френулятор. Травяные листья, кремни. Ну, текстуры кремния, я смотрю, не изменились совсем. Я помню, что он такой был. Короче, что-то все грустненько. Ой, что-то еще вот нашел, помню. Это растительный белок. А, это же из него батончики делаются, да? Отлично. Ну, хорошо, их собирать надо собирать. Потому что изначально нам жрать надо будет. Извиняюсь, кушать. Прям вообще надо будет. Мы уже голодные студенты. Это я причем поставил медленный голод, или как там называется, яйцо. Зачем я, кстати, все беру? Она же попропадает все у меня. Яйцо. Сытость 21, здоровье для тополя. А давайте попробуем съесть его. Вы создаете несварение. А что, яйцо разве не плохо, что ли, блин? О, через 26 минут уже подохну. Вот так вот. Не успел начать играть уже. О. Это уже интересненько. О. Пошел лут. Таблетки от желудка. Как раз таки вот несварение. Я сейчас сразу съем ее. Так. И... так. Опять ты замерз, чувак. Подожди, сейчас нагреюсь. Так, тут по-любому что-то еще будет. Телепорт. Блин, ну мне кажется, надо, друзья, в любом случае иметь даже залежи. Ну не офигеть. Короче, медь только, да? Давайте нас попробуем собрать этот сраный мотоцикл, который меня бесит больше всего в этой игре. Так, кавалерийный конструктор, да, или как? Или нет? Портативно нужен нам, вот. Давайте мы рядышком пока сюда. Я знаю, что нужен комплект. На, держи. И сам... где тут у нас мотоцикл строится? Вот он. Ну, достаточно быстро, кстати, построился. Сразу давайте горячую кнопочку сюда его воткнем. Так, тебя забираем. Так, вентилятор пока будет здесь. Я пойду... гляну, что тут у нас еще есть. Что можно облутать. Ага, вот еще контейнер. Электроника, мясные консервы. Замечательно. Сейчас схаваем, мне кажется, здоровье 25, сито 112. Давайте, шлеп. Отлично. Таблеточки тоже не помешает. Так, походу все, да, что тут было? Как там у нас джетпак включается уже? Кнопка G вроде как, да? Да. Так, ну вроде все, я обшмонал. Кто-то что тут лазил, я тут. Блин, тут. Да, вообще ничего больше. Сейчас немножко согреемся, побежим дальше. Точнее, уже, наверное, поедем дальше. Щелк. Поедем, знаете, наверное, куда? Вон там какая-то меточка была.
Вон. Где? Короче, подальше от медленного. Не знаю, чем говорить. Вон, кстати, прямо туда я хотел поехать. Ох, боже мой, какой же ужасный этот звук. Отъедем 600 километров, посмотрим. Может быть, там что-то интересненькое будет и за это, из ресурсиков. Так, ну вот мы приехали. Тут какая-то башня. А ну-ка, давайте сейчас выйдем. Велосипед заберем в карман. Сейчас посмотрим, что тут за сооружение. Может, что-нибудь интересное будет. Хотя и вообще... Какая-то башня. Просто башня, и все. Все, ты состоишь. Боеприпасы. Вы не можете повредить. Щиты будут утилизация, может? Бетонный блок. Прочность тонкий. А, бетонный блок. Короче, понту от него. Ладно. Давайте просканируем, что тут у нас. Что не появилось? Ничего не появилось. О, ресурсы. Подожди, так я там был. Короче, достаем снова мопед, поехали. Давай, 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 газуй. Ну, это явно не медь, потому что медь вон там осталась, надеюсь. Вон, где-то в горах, может быть, что-то найдем. О, 800 метров. Блин, куда-то пропало. Ну, по грам нам придется пешком, потому что на этом сраном мопеде мы никуда не заедем. Ой-ой-ой, нифига себе, без меня он как сразу поехал. 500 метров. Ладно, пока тут что-то еще нашел. Так, ресурсные. Камень. Да мы только что грелись, ты забодал мерзнуть. Медные, то медь, понятно. Слушайте, если... Что это стало? Эй, какой конструктор, блин. Все, грейся. Это что у нас? Камень снова. Ну давай ты грейся, меня там что-то ждет впереди. Ну, минус 7, да? Это еще походу ночь наступает. Ладно, быстро побежали, смотрим, что там за ресурсы такие. Если что, тогда воздвигнем палаточку, да, переночуем здесь. У нас уносливость просто вообще молниеносно упала. Гипотермия, да вы что, охерели что ли, да? Грейся. Дрон с ракетами, ну замечательно, давайте палатку сделаем прямо здесь. Мы, кажется, подохнем, где палатка? Пока дрон нас не увидел, у нас... Давай, 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 палатка, палатка, палатка. Все, спим. А, еще и ночь только, да? Минус 45! Да, не лучшее место нашел для... Типа, офигеть, у нас и голод сразу появился, точнее... Давайте. Блин, ну жесть. Все, и голод, голод. Ладно, чувак, я понял. Мы сейчас, друзья, подохнем где-то тут. Я не знал, что от холода мы начинаем сразу, короче, голодать. Минус 40. Короче, горы, друзья, лучше не лезть. Так, 20, давай быстрее. Может, на мотоцикле. Да, шикарно просто. Друзья, вы такое видели? Так, минус 20. Ну, давайте. Да подожди, я не умираю от голода. Ноль, подожди, стой, стой, стой. Где тут у нас? Ешь, быстрее. Где у нас тепловентилятор? Все, давай, грейся. Плюс 12. Что у нас есть? Поесть. Грибы. Давайте тоже. Раз. Сейчас опять несварение еще получу. У вас похмелье, да? Нифига себе, еще пиво не пил. Так, похмелье это у нас... Вот, водичку можно вмазать. Не понимаю, почему так резко падает здоровье. Сытость 0, патроны. Подождите, я не хочу умирать. Стимулятор здоровья, сытость минус 3 наоборот. Все, короче, друзья, я даже не успел очухаться. На планете найти ресурсы. Умерли от голода, серьезно что ли? Так. Да, нифига себе.
суровая планета. Текущее, конечно, местоположение. А что, мои все ресурсики, все у меня пропало, что ли? Ну, рюкзак 70 метров. Вот что так далеко? Ой, да тут мотоцикл мой припаркован. Замечательно. Ой, вентилятор тут, ну, вообще шикарно. Берем все с собой. Так, снова раскладываем все инструменты. Ну, я думаю, можно палатку доставать, потому что у нас будет холодно уже. Че, в ночь, да? Ну да, вон солнышко, точнее, звезда или что там, не знаю, садится. Давайте поспим. А, это что, не ночь, да? Так, я все собрал, все. Блин, ну там залежи какие-то есть, я не успокоюсь пока. Ресурс, 500 всего на всего меда, давайте попробуем еще сгонять. Так, нет, кладку заберу с этим. Забуду, потеряется все и все. Так, а вот это я возьму. Минус 20, опять все начинается. Короче, тепловентилятор нас этот особо толком и не спасает. Походу ночь наступила, звуки сверчков появились или что-то такого. Ресурсики 200 метров, отличненько, отличненько. Так это не в горах, оказывается. Давай, давай, родной. Минус 20, 35, нифига, чем выше, тем... Сейчас, 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 подожди. Железо, железо, я увидел, друзья, железо. Все, спускайся вниз. Все, стой, 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 стой. Так, где у нас? Грейся. О, ноль. Слушайте, ну только что мало, да? Отлично, ну... Что, здесь будем базу организовать? Где мы вообще находимся? Железо. Угу. Давайте-ка посмотрим, что тут вообще у нас. Это карта звездной системы. Линия варпа. Звезда у нас называется Эльон. Бульон. Газовый гигант. Уже надо все тут облетать. Три спутника возле газового гиганта, два. А ну где-то вот тут вот. Так, ну собственно сама галактика, нифига себе. Да-да-да, слушайте, это прям какой-то Elite Dangerous. Или даже не знаю, этот. Гетти, в каждой системе есть планеты, жесть. Ладно. Ну что, давайте переночуем, так уж и быть. Ночи тут дико холодные. Все, спи. 12-13. Попробуем сейчас поковырять немножко железо. Пускай вентилятор тупо будет. Так, берем с собой инструмент, ресурсный бур. И давайте, а что такие дончик? Появились меточки. Блин, сразу холодно становится. Давай, давай, давай. Пойдем сейчас вот так вот. Ну что ты меня свелишь-то, землю? Долго что-то. Фонарик включим. Может тут хотя бы под землей это, под поверхностью будет потеплее. Мне кажется, нифига. Минус 22, мы сейчас опять будем подыхать. Железо, ты где? Ага, все, роем. А, да вот она уже, кстати. Походу, да. Не, битый камень еще идет у нас. Тоже пока нам не повредит. Вот она, железо. Отлично, давайте ковырять. Так. Ну что, неужели так далеко не ковыряешься, блин? Ну давай, вот. Чем бил, не пойму. О, плюс 7. Отличненько. Ой, слушай, ну, блин, по-любому нам какую-нибудь бур делать, потому что надо жить, друзья. Инструмент для выживания. Минус 29, офигеть, сейчас у нас будет опять приступ ярости. Я вот только одно не понимаю, почему сразу при оборожении у нас дико голод падает. Ладно, там здоровье падало, ну, блин. Чего у нас вообще железо добывает? Сколько?
А, 39. Все, 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 давайте выбираться сюда. А подожди, насквозь. Давай, давай, где-то у нас поляна наша. Хреново, то, что железо прямо тут находится в противном месте, где холодно. Все, грейся. Так, сколько у нас там железа? 44, да? Давайте поставим. Где там наш конструктор? Начинается все выживание именно с него. Давайте закинем, что там нужно, понадобится нам. Так, камень понадобится. Ледяные блоки. Нифига себе. Вот это тоже раньше не было. Ледяные блоки. Исходный материал, необходимый для изготовления базовых материалов. Ага. И промежуточных продуктов. Смотрите, ля-ля от поля. Ну, пускай тоже закинем его сюда, как есть. Растительный у меня пускай будет. Блин, симулятор, электроника закинем, волокно закинем, железо, кремний. Медь мы ковыряли, да? Что-то мы уже испортили. Грибы, может, какие-нибудь были. Мы уже опять жрать хотим. Цитос 300. А давайте схаваем. Отлично, вот. Пока нас еда не будет беспокоить. Чё? Все, пока, да? Ну что ж, давайте, что мы там? Железо 44 килограмма есть. Чтобы сделать один слиток. Точнее, 10 слитков нужно 5 руды. Давайте пока сделаем так. Так. И начать с постройки базы. Давайте посмотрим, какие там блоки-то вообще существуют. Углеродные. И смотрите, у меня есть углеродный субстрат. Это что у нас такое? Во-первых, они легкие. 100 килограмм. Что такое углеродный субстрат? И у меня он есть. Доски. А. Ну, мне кажется, углеродный, подожди, сколько тут у нас есть, пишется там какие-нибудь единицы, там брони, еще там духи, 100 килограмм, объем 80 того. Деревянный, 360 килограмм, объем 80. Герметично соблюдается, тут тоже. Не, я вообще думал... Цемент. Бетонный, потому что остальные... Ну, уже железо, не знаю, давайте бетоны. Ого, масса 1 тонна блока одного, офигеть. 3-2 секунды. Не, давайте попробуем бетонные блоки. Из них начнем базу делать. Потом уже, когда продвинемся, будем, ну, выживем нормально. Построим какую-нибудь базу из установленных. А пока будем собственную маленькую базочку сделать, чтобы мы там могли жить. Было тепло, вкусно, хорошо, удобно. Короче, нужен цемент. Для цемента нам что нужно? Для цемента нужна каменная пыль. Для каменной пыли что нам нужно? Нужен битый камень. У нас его 6, мало, да? Так, из одного битого камня у нас получается 20 пыли. Давайте сделаем 6. Ой. А, из 5 камня делается 20. Нам понятно. И получается цемент, сколько у нас будет? 20 на 2, чё, офигеть. 10 цемента всё на всё. Мало. 10 цемента и получается того у нас, где блоки. Вот цемент 1, то есть сколько цемента, столько и блоков. Нам это будет катастрофически мало. Очень мало, поэтому будем сейчас камушки где-нибудь добывать. Как раз таки, вот они рядом. Включаем ресурсный бур, давайте колоть. Так, пистолетик у меня в руках есть, надо найти какую-нибудь жертву похавать. Медь, о, как раз таки, давайте медь соберем. Тихо, не ходи никуда. Стой, 20, нифига себе. 23, о.
Слушай, а деревья пилить там вроде бензопила нужна, да? Мы можем... О, кремний. Вроде можем построить, но для меня биотопливо нужно. А биотопливо это у нас как раз таки растительное волокно. Так. Я думаю, пока хватит. Блин, ну, конечно, не очень удачное место для базы. Надо будет куда-нибудь вон туда. Там поляна побольше. А что, речки у нас никакой нет поблизости? Так. Офигеть, уже железом собирался пока. Закидываем камень, медь, кремний. А тут, кстати, сортировка у нас, да? Давайте по массе пускай будет уменьшение. Ну да. Давайте пыль соберем еще. Она хоть быстро делается. Можно, в принципе, даже не обязательно пыль делать. Просто сейчас нажать блок. Вот, бетонный. Он... Вот, потому что нам нужно... Ну, не знаю, сколько до хрена нужно. Да сколько ли нужно? Просто 10 нажмем. Он будет вроде как я раньше. Вот если у нас сейчас цемент закончится, у нас будет пыль сама автоматически добывать. То есть из пыли цемент делать. Хочет? Почему? Ну да, вот он делает этот цемент. Вот, и сразу блок. Ну правильно, нормально все. Тогда сколько у нас? 12 блоков, да? Ну давайте на штук 30, наверное, побольше. В карман влезет. Офигеть, нифига он тяжелый. Так, во-первых, нам нужно ядро с первым делом построить. Потом уже... Так, все-таки насчет базы. Ну, предположим, я эти деревья поспиливаю. Камни уберу. Можно, в принципе, здесь пока что организовать нашу базу. А вскоре, может быть, вообще с этой планеты уберемся. Но мне уже не нравится, что холодно. Дикий мороз. Ресурсов мало. Я думаю, сейчас пока можно основу базу построить, да, и на этом будем заканчивать. В следующей серии тогда уже будем больше развиваться. Надо будет реально искать ресурсы, запитываться энергией. Что там у нас? Звезда греет. Надо будет, что там, солнечные панели построить. Батареи. Что, как дела у нас? 22, 20 ля-ля тополя. 31. Долго что ли? А, кстати, вот биотопливо. А, ну-ка, давайте посмотрим, где у нас... Ой, мясо. Но у нас нет мяса. Сытость 32. 18. Сытость 45. Да лучше, наверное, кический батончик делать. Жареный стейк. А, во. Подожди, в смысле ты замерз? Блин, подожди. Все. Прометьево гранула. Блин, еще их найти прометьево надо. Такой редким отметал. Доски. Ячейки. Растительное волокно можно из бревен, оказывается, нас сделать, да? Ну, это хорошо. А бревна нам нужны. Нужна бензопила, кстати, мы можем ее сейчас даже сделать. Давайте, щелк. Так, офигеть, у нас уже блоков. Так, патроны для пистолета, нитроцеллюлоза, медослиток. Есть, все есть. Нитроцеллюлоза это что у нас? Это у нас растительное как раз таки волокно. О, поэтому в любом случае надо нам сейчас... сделать штуку это. Потом биотопливо. Растительное волокно 10. А у нас сколько? 8. А в кредит никак нельзя 2 штуки вынуть. Замутить. Ладно, что, давайте берем ядро. Будем на тут базу развивать. Осваиваться здесь. Прямо возле гор. Тут, в принципе, он медь недалеко. Ну, давайте, не знаю, что тут. Что ты не хочешь ставиться? В чем дело? Почему? Кого присоединить? Не надо присоединять. Это обычное ядро. Я что ж на ядро сделал? Ай, не так я, друзья, все сделал. Боже ты мой. Вот точно, год не играл, уже все позабывал. И в рифму все сказал. У нас тут есть такая штучка. Сейчас найду ее.
А вот, основа базы, ядро. А ну-ка, верни ядро сюда. Вот, все, делай. И отсюда уже, конечно, будем строить базу. Давай, 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 делайся, что тут у нас. Стимулятор здоровья падает. Не, ну пока за еду можно не переживать, но... О, пила готова, да? Ну, для пилы нужно нам биотопливо. А для биотоплива нужно растительное волокно. Как же тут все взаимосвязано? Давайте берем ядро. И где мы там? Вот туда хотели, да? Так вот, щелк. Все, база создана, друзья. Можешь жить и наслаждаться. Так, 50 блоков. Блин, ну офигеть, по 5 таскать, это жесть. Ну давайте как-нибудь уже так, чтобы быть. Раз, два, три в эту сторону. Раз, два, три в эту, наверное, по сторонам. Я думаю, пока нам такая комнатушечка. Пока такой комнатушки нам хватит. Сколько тут? Три, да? Три на три, шесть у нас. Семь даже, ё-моё. Чем он мне база? Так. Да, нифига нам столько блоков не хватит. Ну а что, пыль есть, давайте еще закажем, наверное. Бетонные. Давайте еще штук 30. Строится, на халяву строится, энергии не надо. Конструктору. Раз, два, три, все, раз, два. Нифига, так это только пол. Офигеть. Нам же еще надо потолок делать, стены, двери. Так, а тут я помню, как-то можно инвентарь через сейф, как-то через Wi-Fi соединять, что-то такое было. Уже ни хрена, все позабывал. Давайте какую-нибудь площадочку сделаем, чтобы мы могли уже бегать тут. Ступенечки желательно тоже мне помешали бы. Не, чувак вообще не закаленный, блин. Минус... Сколько там? 5 градусов и уже обморожение. Минус 7, минус 8, минус 9. Так, ну что, этого хватит? Или еще, наверное, по кубику? Так, уберись. А, тут по 2 даже, да? Так, давай сюда. Вот так. А вот так. Ну, я думаю, пока... Ой, а что, надо включить ее, да? Что-то не включается. Потому что энергии нету. Как там, кстати, с базой взаимодействие-то? Я уже забыл. F1. Нет. F5. О, я забыл, что у нас тут дрон есть. Я забыл. F6. Сейчас, блин, понажимаю что-нибудь, а там загрузится прошлое сохранение. Еще что-нибудь. Не, не буду ничего классить. Как же нам базу-то? Вот это. О, да. Энергия отсутствует, в смысле? А, ну да, в принципе, правильно. Назовем хаты. Как всегда, раскладка у меня другая стоит. Дом. Почему не могу выбрать дом? Все по нулям, да? Зашибись. Щит, освещение. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Еще 30 блоков. Офигеть, хватит. Так, а что там у нас с солнечной энергией-то надо замутить так какие-то? А, солнечная... Мы можем сделать. А где копиться будет вся энергия? Топливный бак, генератор заблокирован еще. Контейнер нужно будет разблокировать. Мало конструктора, да, это все разблокируем. Вот он, конденсатор солнечный. Тоже можем сделать. Отлично, давайте сделаем панель и конденсатор. Все, занимайтесь, ребята, а я пока пошел стены строить. Это будет у нас первая комната. Там кто-то ходит. Или мне показалось. Не знаю, нарваться на него или нет, но попробовать можно. Так, где мой пистолет? Заодно, может, найдем растительное волокно. Сейчас согреюсь. А то, может быть, как раз-таки наш там ужин нас ждет. Все, согрелись, побежали. Побежали.
Блин, можно взять мотоцикл, на всякий случай, он хотела недалеко. Так, давайте издалека посмотрим, кто тут. Инопланетный ассасин, первый уровень. Интересно, я смогу его рубить? Да твою мать! Ой-ой-ой, и все. Отличненько. Давай, посмотрим, что у тебя есть. Кто рычит? Короче, берем все, потом будем разбирать. А, вот еще кто-то. Ави какой-то раптор. Ну, у него жизни побольше будет. Ой-ой-ой, ребята, я... Все нормально. Вон, доедайте, вон там мясо валяется. Все, отстали. И давайте посмотрим, что я с него достал. Так. Сытость минус 25, нафигеть. Лучше бы наоборот плюс 25 был. Выносливость, офигеть. Так, а что еще взял? Части инопланетяна, понятно. И комки огнемха. Сытость, выносливость. Короче, все это дичь, пока нам нафиг не нужна. Лучше бы он мясо нам выплюнул. Ладно. Так, а что нам разблокировать контейнер? Что нужно для этого? Где тут разблокировка? База. Малый бак, топливный бак. Нет, нам надо... Генератор надо тоже разблокировать. Собственно, 45 очков есть, можем разблокировать. Хотя у нас опять прометиума нету. Контейнер, да, вот это первым делом. Шлеп, открываем. Б-комплект желательно тоже разблокировать, чтобы построить турелечку, защищать нашу базу, которой еще нифига нет. Ладно, о. Это уже большие солнечные панели, да? Блин. Заманчиво. О, на турельке как раз таки давай шлеп. Турельки давайте и боекомплект, чтобы мы... Для турелек. Все, пока ничего не буду больше делать. Контейнер. Ты можешь контейнер сделать? Где тут у нас кнопочка? А, можно. Стальная пластина 12. Ну давай, шлеп. Мы пока пойдем поставим солнечные панели и конденсатор. Куда ставить? Хрен его знает. Где у нас? Вон, да? Ну, давайте с краешку здесь пока. Вот так вот, с одной стороны. Надеюсь, то, что пол солнечной панели у нас в земле, ничего страшного, или выше поднять? Давайте вот так вот. Ах, твою мать-то, не приконнектилась так базе-то, что ты будешь делать? Ладно, сейчас возьму блоков, тут еще нормальную стеночку пору сделаю. Так, так, блоки, сколько? Уже 3, да? Офигеть. Давайте вот так. Так. Упс, извиняюсь, там за окном такие прекрасные барышни ходят. Отвлекают играть, блин. Так, что тут страшного не будет, что я тут оставлю уголок? Пустой. Так, ну а теперь-то ты встанешь как следует. Развернись вот так вот. Так, вот так, передвинем чуть. Ну? Где энергия? Вон, заряд, лови. Так, ну, собственно, сам конденсатор. Не знаю, куда вставить. В хату, в дом уже, наверное, давайте. Определимся. Куда-нибудь вот здесь вот. Даже развернем его сюда. Все. Что-то у нас, как дела? Включаем базу. Он не включается, да? Энергия включена. Так, что-то у нас... А, все, заработало. Энергии хватит на 5 секунд, что ли, да? Энергии 5 ватт. Да ладно. Что вы? Ну ладно, пока у нас одна панель пойдет. В общем, какое-то начало для вас, друзья, у нас появилось. Да, нам просто дохренища ресурсов надо. О, контейнер давайте тоже поставим.
И знаете, возьмем, наверное, еще блок с собой. Или тут какие-то есть ступеньки? Лестницы, да? Ну давайте лестницу, так уж и быть. Не будем блок мучить. И предположим, у нас где-нибудь вот здесь будет стоять дверь. Ну и, собственно, вот сама уже база. Так, может, конечно, выбрать чем-то другое. Емкость 2,97. 8. 32. Ого. Ну, такой, наверное, пока не нужен большой. 32. 8. 32. 32. 8. 32. 8. А пофиг, давайте вот такую поставим. Все. У нас появился контейнер. А, вот мы можем как-то так взаимодействовать. Но это опять через инвентарь. Не через Wi-Fi. Че, давайте складывать что-нибудь сюда. Можно, в принципе. Хотя тут особо энергии у нас мало. Еще надо будет хотя бы еще несколько сложных панелей поставить. Ой. Короче, блин, дофига, друзья, делов. Да, в общем, давайте в следующей серии даже будем продолжать строительство базы. Потому что сейчас это некое подобие базы. Если есть какие-нибудь советы, друзья, подскажите. Потому что я реально год не играл, уже много чего позабывал в этой игре. Вот. Давайте, ладно, хочу будем прощаться. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.